Всем привет! Сегодня у нас выходной день. Кирюха еще спит. Родя уже на работе. Вот я тут сижу, кофеячек попиваю. Думала, с утра кофе не было. Думала, с утра кофе не пить. Думаю, вот так вот. Сегодня будет день у нас без кофе. Но не выдержала. Пошла, сходила в магазин, купила себе пару стиков кофе и все-таки решила выпить кофеек. Кирюха, еще же у нас вчера не получились чупа-чупсы. Сегодня пошла купила обычного дюшеса. Возможно, действительно эта проблема была в карамели, она не плавилась. Но не могу сейчас сказать. Пошла купила дюшеса, сейчас поставила новую порцию. Посмотрим, что у нас получится и не получится. Если получится, значит это не свет, значит это не переходник, значит это у нас проблема действительно в карамели. Значит, в Америке все-таки как-то мозгуют этот момент, что карамель испорчена, значит, она уже непригодная, значит, она уже не плавится, значит, ее уже есть нельзя. Ну, в общем, где-то вот. Вот так вот, где-то тут. Надо это все обмозговать. Так что сейчас у нас готовится новая партия, пока Кирюха спит, а мы там посмотрим, что у нас получится, не получится. Или у нас действительно уже печка сломалась, или у нас действительно свет плохой, или это действительно карамелька. Так что пока сижу, жду. А у меня там еще стирает стиральная машина. Короче, у меня машина стирает, наверное, вообще круглосуточно. Уже белье некуда вешать. А еще в связи с тем, что зима, и она не снежно-чистая, а снежно-грязная, по вещи просто-напросто ежедневно грязные. Вот. Так что сейчас я кофепитием занимаюсь. Кирюха еще спит, надо будет уже будить. Но что уже, я вам скажу, 11 часов дня. Но она мне вообще такая, что поспать любит. А завтра у нас же завтра праздник. У нас завтра День Святого Миколая. День Святого Николая. И завтра у нас, конечно же, к нам придет Николайчик. Может быть, придет, а может быть и не придет. А может быть, он принесет розочку Кирюшке. А может быть, что-то и принесет. Не знаю, посмотрим, как Николайчик. Я пришла будить Кирюшку. Дотя, доброе утречко, роднюся моя. Ты не будешь сегодня просыпаться, нет? Кирюшка, кит-кит-кит-кит-кит-кит-кит-кит. Не будешь просыпаться? Нет, чего? Не хочу. Не хочет она просыпаться. А посмотрим, что у нас в печке. Тоже нет? Ну, хорошо. Я сама посмотрю. Окей, договорились. Так, наша печка уже приготовилась, уже открытая, так что можно попробовать, что у нас там получилось. Сейчас мы попробуем достать чупа-чупс. Да что ж такое? Что у меня получилось вот так. Так. И вуаля! Какие они красивые получились, Кирюха! Точно, это были плохая карамель, потому что эти просто шикарные вышли. Посмотри, какой идеально! Просто идеально! Посмотри, держи. Крутяк, да? Такие прямо они гладенькие, классненькие. Смотри. И вот этот вот прям такой гладкий-гладкий. Ой. Классный-классный, смотри. Посмотри. А, этот. И этот супер клевый. Вообще красотулечка. Чупики готовы. Теперь мы будем знать, с какой карамели их делать круто. Чтобы они получались, да? Смотри, какие. А это тоже будет хорошо. Только эту надо выбросить, а на конце другую такую. Вот эту, да, эту карамель мы уже выбрасываем. Все, теперь мы будем делать со своей. Класс. Чупа-чупсы наши получились.
Всем доброе утро. И у нас получились хорошие чупа-чупсы, потому что мама купила. Потому что карамель была испорчена, да, а мама купила смоктательные конфетки. Из них мы сделали новые чупики, да? Да. Дюшес. Да, дюшес. И у нас получаются просто клевые конфеты. Мы их запаковали вот так. Ага, вот такие вот. Тик. И можно их куда-нибудь поставить и постоянно по одной штучке тянуть и... Есть! Держи. Тебе конфету, а мне палочку. А, тут еще есть конфета? Ну, я съем. А я знаю, какая тут, а какая тут. Тут кружочек, а тут квадратик. Не, дочь, давай хватит, может, конфет. Пошли позавтракаем. Уже чайник шумит. Покажи. Такие клевые. Чупики получились у нас. Ты знаешь, мне даже вот эти чупа-чупсы нравятся больше, чем с оригинальных конфет. А тебе как? Может, это грушевые, это непонятные. У меня там чай не кипит. Он меня там заседали. Ты не будешь вставать? Ну, я пошла чайник выключу. Ой, короче, мы решили с Кирюхой испробовать сегодня все, что у нас есть, все наши игры, игрушки и вообще все-все-все. И сейчас мы с ней решили лепить конструктором большим с какие-то свои фигурки. Я что-то свое буду делать, Кирюшка что-то свое будет делать. И посмотрим, что у нас получится. Карамельки супер клевые получились, особенно вот те, которые делала Кирюха последние из... с облепихой. Сама карамель такая сладкая, а облепиха кисленькая. И сочетание просто клевое, да, Кирюх? У меня вообще обычно сладкая. У Кирюхи вообще обычно сладкая. А мне такая с кислинкой попалась, очень классно. А, собака тут пришла. У тебя надутая просто. Надутая, да, может быть. Ну все, мы начинаем лепить. Короче, у нас сегодня опять день ничего, как это говорится, день игр. День позитивных эмоций и просто супер клевый день. Особенно я счастлива. Я так распереживалась вчера, что наша печка перестала работать. Думаю, ну все, вот ну так не, неприятно. И тут я сегодня на таком позитиве, такая вот счастлива, что все-таки печка работает, что у нас ничего не поломалось, и что действительно проблема даже не в свете, как я предполагала, но я вот логически подумала, что как карамель может не плавиться. А оказалось, что действительно карамель... Как я говорила. Как говорила Кирюха, да, оказалось, что действительно карамель может не плавиться. Вот, ладно. С карамелью закончили, мы уже даже ее спрятали, печку себе наделали, куча конфет там у нас лежат. И сейчас будем лепить чего-то интересное. Я свою фигуру уже сделала. У меня вот такая вот. Сначала хотела делать жабу, а в итоге начала делать инопланетянина. И, короче, как сказала Кира, у меня получилось кто? Девочка без юбки, и потом я ей все-таки приделала юбку. И у меня вот такая вот. А, девочка без трусов. Да. И в итоге у меня получилась вот такая вот девочка инопланетяшка. Кирюха, привет! Я занята. Ну, посмотри на меня, я тебе нравлюсь или нет? Нет. Чего? Потому что. Ай, ну ладно. Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот такое. Сейчас посмотрим, что у нас у Кирюхи. Можно посмотреть? Ну, покажи. Так, это Кирюшкина работа. А что у нас у Кирюшки получилось? Кирюх, это что? И это кто? Это она. Так, это хорошо. Это животное.
Это она, это животное. Ну так а как же, да, посмотреть? И не могла. Она же. Вот, не надо. Она. Рыба? Нет. Она животное. Сзади с таким хвостом. Я почти сдаюсь. Можно еще мне подсказки? Это волшебное. Ну, тогда я точно сдаюсь. Вот что это может быть? Утка. Утка. Сум. Утка нос. Утка сум. Ну, на утку похож. Не утка. Не утка? Не утка. Дональд Дак? Нет. Скрудж Макдак? Нет! Все, я сдаюсь. Хамелеон! Это хамелеон? Это волшебный хамелеон. Волшебный хамелеон. Прикольно, слушай. Но... Я блин. Еще его не закончила. Мне надо еще сделать вот тут вот так и вот тут вот так. А ну но давай. Мне не хватает. Ну, может, синенького. Ну, возьми другого цвета. И познакомим твоего утка-хамелеона с моей инопланетной девочкой. Давай. Последние штрихи у Кирюхи. Сейчас. Она там сделала уже из него королевича или царевича. Царевна. Царевна. Ага, это хамелеониха. Значит, она сделала царевну. У нее уже и корона есть. Очки, чтобы ее, наверное, не узнали в публичном месте, да? Нет, это хамелеон же. Он бегает, везде. А что она на него падает? Всегда. А то есть это очки на него упали? Да. И корона на него упала. И сердечко, и звездочка. Все, ну и, давай. Игрушки это. Давай. Эу, эу, привет! Ух ты! А ты кто такой? Я хамелеон. Ничего себе! А я инопланетная девочка. У меня и рога есть, И рога, и все. А зовут меня Рога... А как меня зовут? Рога Плитон. Рога Плитон? Да. Какое-то странное у меня имя. А тебя как зовут? А меня зовут... Я сама королева всех хамелеонов. А меня зовут... Меня называют самый главный хамелеон. У тебя нету имени? Есть. А давай тебе придумаем сейчас. Есть. Какое? Кто это там вообще говорит? Слышишь, хамелеон, там кто-то говорит сверху. И кто это такая? Ты кто? Я Кира. Кира? Да. А ты вообще откуда, Кира? Из Киева. Я из отсюда. Слышишь, Кира, а тут я появилась первая. Ты что делаешь на моей планете? А ну расскажи мне, как ты тут оказалась? Я тут... А это кто? С ума сойти! Фур! 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 Это мои собачечки. Собачечки? Ничего себе! Хамелеон, прячься! Собачечки! Собачечки! Кш! Кш! Иди, собачечка! Вот это хорошая собачечка. А это что, плохая? Она что, может съесть? Да. Собачечка. Стоять. В общем, собачка. Понятно. Хамелеон, мы с тобой оказались на планете собачечек. Еще и какой-то девочки, Кирочки, которая тут живет. Я даже не думала, что тут кто-то может жить. Это комната. Это комната. Вот там улица. Там улица. Там еще есть улица? Да. А что такое улица? Это там, где свежо и хорошо. Там зима.
Сейчас зима. Не, вы слышали? Я завтра пойду, я послезавтра пойду в школу. Обалдеть, еще есть завтра какая-то школа. Нет, я на этой планете жить не смогу. Здесь какие-то собачечки, разные девочки, которые тут живут, а еще есть улица, а на ней зима. Это же просто... Погодь, погодь! Непередаваемо. Вы представляете, улица и зима. А что такое зима? Это явление погоды. А-а-а! Все! Я улетаю на свою планету. На моей планете нету улицы, зима. И на моей планете еще нету собачечек. Они такие страшные, и я отсюда полетела. Нет, я убегаю. Пока-пока. Они тебе не укусят. А! Не бойся, они не укусят. Собака, ой! Они только тебя понюхают. Ой, все равно мне страшно. Я, наверное, полетела на свою. Ай-яй-яй-яй-яй! Все равно боюсь-боюсь. Ай-яй-яй-яй-яй! Все равно боюсь-боюсь. Хочешь покататься? Покататься на такой собачечке? Да. Не хочу. Это правда. Иди. Ух ты, как меня катает собачечка. И девочка, которая тут живет. Прекрасное создание эти собачечки, конечно. Их две. А это тоже хорошая вторая собачечка? Это хорошая, только если кто-то ее будет трогать, тогда она может укусить. Но гладить можно. Вы поняли? Ее можно гладить, но она может укусить. Нет, я не хочу. Ладно, Кирочка, с тобой было весело, но мне нужно лететь на свою планету. Нет. Пока, хамелеончик. Я тут тоже не живу. Я такая же, как ты. Мы полетим вместе на мою планету? Да. Полетели. А можно я с вами? Ты девочка, которая тут живешь с нами? Насколько я знаю, у девочек, которые тут живут, есть родители, которые тоже тут должны где-то жить. Ты хочешь от мамы улететь на другую планету? Я ненадолго. Ну, полетели тогда. Полетели. И моя Кирочка улетела на другую планету. Подожду, пока вернется. Ой, вы слышите, кто-то летит. О, прилетели. А вы все прилетели? Все. Ну, Кирюшка, расскажи, как было на планете? Прикольно, там все было такое розовое, все в блесточках. Вот это самая клевая, наверное, планета для девочек, да? Да. Ты куда? За собакой. За собакой. Покатать всех. Всех покатать? Ну хорошо, тогда все будут кататься. Чик-чик-чик, садимся и едем кататься. А всем пока-пока! Пока-пока! Короче, я сейчас, придет муж с работы, и я еду ему за подарком. Мне же надо ему что-то на Новый год подарить. Дед Мороз же его не оставит без подарка. Вот. Поэтому я хочу поехать, ему что-нибудь посмотреть. Ну, посмотреть мне не так много финансов, чтобы прям вау, подарок. Но что-нибудь из одежды я ему обязательно посмотрю. Так что он сейчас придет домой, и я из дома уже поеду в магазинчик и ему что-нибудь присмотрю. Так что на сегодня я вам, наверное, уже скажу пока. Потому что, скорее всего, сегодня с вами уже не встречусь. И завтра вам обязательно все покажу. Пока-пока.